Всем привет! Начало пятого дня. Пятница. Высота 3050. Собираем лагерь. Выдвигаемся на 3800. Вчера сделали заброску на 3400 частично. Погода не позволила пройти дальше. Сейчас добираемся до 3800 и там посмотрим по погоде. Возможно, спустимся за заброской. Возможно, останемся с ночевкой. Наш лагерь сейчас выглядит примерно так. Все быстро пользуются связью, пока она еще есть. Пишут родным. И морально настраиваются на тяжелую дорогу вверх. Сейчас набор будет где-то 700-750. Приблизительное время в движении 3 часа. Без остановок. Ну, скажу честно, здесь уже не особо чувствуется высота. Ну, что на 3800 будет чувствоваться 100%. И пока еще погода позволяет, слушаем вещи. Потому что все промокло, просто все. Вчера полностью все промокло. Ладно, остаемся на связи. Вершина сегодня скромничает, стесняется, прикрылась облаками. Смотрите. Ну вот тучки, которые идут оттуда, напрягают. Это какие-то
ебеня. Нету слов. Полный капец. В общем, спустились мы вниз, думали, там будет ручеек, чтобы набрать воды. Ручейка не было, был только снег. Решили мы набрать снег в термоса. Дебилы, блядь. Повторишь? Дебилы, блядь. Додумались, а ёб... Вот, и теперь сидели тут полчаса, выковыривали снег из термосов. Ну, смотрите. Сделали небольшую линзу, чтобы быстрее таяло. Как-то так. Сейчас добавим джем с гуху, и будет у нас мороженое. Итак, теперь поговорим о высоте 3800. Как только зашли, прибило не по-детски. Голова кружится, встаешь, падаешь. Прошло где-то... Сколько мы здесь уже? 30. Где-то здесь полчаса, уже палатки разбили, все сделали. Сейчас стало полегче, но горят еще накроют. Узнаем. Это вам двоим. Погода резко испортилась. Сидим в палатке, дожидаемся, пока кончится град. Хреначит вообще по жести. Ветер просто прям... очень сильный, очень-очень сильный. Короче, мне кажется, мы сейчас с палаткой полетим. Шестой день, утро, высота 3800, это наш базовый лагерь, ну базовый же он считается, верхний базовый лагерь, так, да? Высокогорный, можно сказать. Короче, высокогорный лагерь будет. Готовим завтрак и настраиваемся на поход. Да, на завтрак у нас пюрешка с молоком. И отправимся за закладкой, которая у нас на 3400. Настроение хорошее, самочувствие замечательное. Высота уже не прибивает, по крайней мере, так сильно, как вчера. И вообще, в целом, все хорошо. У вас как? У нас все супер. Пока что. Все супер? Снег, да. Кислорода мало. Мало? Но уже акклиматизировались нормально. Понятно. Пойдемте спросим у нашего гида Евгения. Может, он отпустит свою какую-нибудь коронную шуточку сейчас. А то чем выше, тем он юморнее. Что хочу? Как дела? Дела хороши. Хороши? Да. Сегодня бы на гору пойти, но мы еще пока завтрак приготовить не можем. На какую гору? А, это та шуточка, да? Я уже сказал, что нам за закладкой идти. Ну да, все хорошо на самом деле, все по плану. Сходим за закладочкой, отдохнем сегодня, потренируемся, кошки поучимся надевать. Готовимся к завтрашнему выходу, чтобы завтра как можно раньше. Вот как раз сегодня мы в 5 встали, а завтра, наверное, в 5-6 мы уже будем топать на леднике, если будет такая же погода. Так что настроение боевое. С погодой пока, повезло пока, да? Пока хорошо, все, сейчас буду смотреть прогноз. Команда молодцы, на самом деле, все будет. We'll be right back.
закладочку забрали. Прощаемся с этим местом. И снова направляемся на 3800. А ведь отличное здесь озеро. Жаль, не искупались. Завтра, дай бог, с погодой Бывает такое. Ну вот, завтра, дай бог, с погодой повезет, и мы пройдемся в кошках. Да? Да! Вот и наступил вечерок. Похолодало. Каждый из нас спасается как может. Вечер в хату. Тепло хоть? А вообще отлично. Кайфово. Готовимся поужинать. Что? Рыбку кашу. Да без разницы. Мы хотели танцы устроить. Мне кажется, сегодня вечером. Давай еще. Не уверен. Красотища. И как хорошо видно Эльбрус. Паш, ты кушать будешь? Yeah, huh. I'm on my fifth roof and my rinse too. Six and West roof, I can see it all. Hold on to my hand.